Узбекистан призывает мировое сообщество продолжить усилия по установлению мира в Афганистане и недопущению гуманитарной катастрофы в этой стране. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел этой страны. Подчеркивается, что Ташкент считает важным продолжение международным сообществом усилий для достижения мира и урегулирования в Афганистане, а также недопущения гуманитарной катастрофы в этой стране. Ранее в МИД Узбекистана заявили, что республика приветствует формирование временного правительства в Афганистане и надеется на установление там международного национального согласия. Ташкент привержен поддержанию дружественных отношений с Кабулом и невмешательству во внутренние дела Афганистана.